Завтра в Якутии закроют ледовую переправу федерального значения. Проезд до следующего сезона будет закрыт на Зимнике Якутск-Нижний Бестях. Останутся ли у водителей альтернативы перебраться на другой берег, узнал Виталий Абрамов. Как видно, одна из главных ледяных переправ республики заметно подтаяла. Прибавила воды, появилась достаточно глубокая колея. Такая, что в некоторых участках легковушки проходят с трудом. Замеры толщины льда хоть и показывают приличные цифры, но эксперты видят в этом другое. Не надо быть специалистом, чтобы определить, что лед уже не имеет ту самую прочность, которая была в начале или в середине зимы. Лед уже становится пористый, более рухлый. Из-за этого происходят провалы, трещины, образовываются так называемые воздушные карманы, в которые может попасть машина. Именно исходя из этого, межведомственная комиссия и пришла к выводу, что с 15 апреля федеральная переправа будет закрыта. Знаки будут убраны завтра в 9 часов утра после установки запрещающего знака. Будка, уже все. И на этом сезон закрывается. Но столица пока не останется без связи с большой землей. Во всяком случае, до понедельника. С 9 утра 17-го Хатас и Павлас закрыто. Также и Кангаласы, Сотенцы. Но там не с 9, с 2 часов будет работать комиссия. И после работы комиссии также она 17 числа закроется. На период приостановки автомобильного сообщения будут работать суда на воздушных подушках. Стоимость проезда с прошлого года не изменится и составит 1000 рублей с человека. Курсировать будут пока с Даркылах. Ну, думаю, 20 числа потихоньку начнем ездить, что надо будет там. На этом берегу будем потихоньку будем возить людей. А затем, чтобы граждане не выезжали на лед, будет следить межведомственная комиссия. Уважаемые водители, соблюдайте элементарные правила безопасности и следите за установленными знаками. Не повторяйте ошибок вчерашних водителей, которые провалились в Среднеколымском Улусе. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.